Приветствую девушек города Кызыла. Меня зовут Ангелина. Я профессиональный стилист-визажист. Сегодня будем проводить мастер-класс «Дневной макияж». А поможет мне моя модель Айлуна. Первый этап – это чистка лица перед нанесением макияжа. Мицеллярной водой. Подготовительный этап. Далее мы переходим к базе для макияжа. Данная база предназначена для сухой кожи, но при этом дает матовость. Далее берем тональный крем и наносим на лицо. Далее мы переходим к нанесению консилера. Он скрывает несовершенство кожи. Хлопающими движениями мы распределяем темные круги под глазами. Вот и мы и закончили. Правильно нанесенная основа – это гарантия того, что ваш макияж будет стойким.